тот момент, когда я просто упираюсь в выворот. Это был упор. Вот. От упора до упора. Прокатились, блин. Тупо выворота не хватает. Точно. Ток, это я знаю, я к этому уже знал, что я принял. Короче, давайте на чистоту. Реально, как бы, я понимаю все. Я понимаю, что херню делаю полнейшую. И честно скажу, по городу, ну, с минимальными теперь буду стараться делать. Ничего не делать, скажем так, вообще. Просто, понимаете, нету времени куда-то ехать отдельно. Нету времени на вот это вот все. То есть это поехать нужно переобуться, разбуться, обуться обратно. Для этого нужно какое-то место. Тут вот просто как бы, ну, это, в этом вся философия этой машины. В том, что как бы, ну, по дороге. Можно проехаться бочком по дороге в гараж и кайфануть. Но это неправильно. Но в этом ее философия. Короче, вот тут увидели меня, засекли, короче. Просят Рома покатать. Ну, блин, сейчас рассказывал и по телефону сказал. Ну, не совсем это правильно, по городу лучше такого не сидеть. Мы сейчас вот на площадочку выехали, на маленькую. Вот, кстати, у друга, вот белая 34-ка, он все постоянно говорит «нет». А я говорю, давай снимать обзор, классная 34-ка. Она свежевыкрашена. Ну да, на М20 моторе, да, там есть какие-то недочеты, недостатки, ну блин, ну как бы это жизнь, ну ничего тут не поделаешь, а машина интересная на самом деле, со своей изюминкой, вот даже я лично принимал участие в том, чтобы сделать фары Hella Black, новые стекла ставили, линзы, кресты, вот это вот все клеили, разбирали, все вместе делали, в общем, машинка очень достойная. Так что пишите, если хотите этот обзор, ну, вернее, обзор этой машины. Вот. Немножко спровоцируем Ромчика, чтобы он дал нам, так сказать, наконец-то уже записать эту машину в тест, скажем так. Ну, у меня просто была 34-ка, у меня уже есть какие-то свои, ну, эмоции, воспоминания касательно этой машины. И есть что рассказать, в общем-то. Ну, поехали на V8. Улетать, Рома, нихуя! Нихуя! Все, дом ахер! Ебать! Нормально? Охуеть! Ебаный стоит, нихуя себе! Да, я понимаю, пятаки это как бы скучно, это неправильно, это полная ерунда. Как бы мастерства там никакого не надо вообще, это, не знаю, детский сад, можно так сказать. Я с вами согласен целиком и полностью, но, поймите меня правильно, я один. У меня нету времени кооперироваться там с какими-то ребятами, там, подсними меня, вот это вот все. Я как бы типа и блогер, но типа и не блогер, потому как, ну, я таким не занимаюсь. Вот постоянно где-то с кем-то созваниваться, оператора какого-то выискивать. Вот типа таких дел. И самое обидное, что реально самые прикольные прохваты пролетают мимо камеры, потому как они тупо я как в качестве регистратора ее не ставлю никогда, понимаете? Вот буквально сейчас тут крузак за мной ехал, прижался. Блин, думаю, да задолбал. И так смачно два поворота боком прошел. Так жалко, что мимо камеры. И так все плавно и хорошо получилось. Ну, опять же, так делать по городу, ну, очень нежелательно. Ну, по лайту стараюсь сейчас кататься. И, ну, реально, буду сводить это все дело к минимуму. Конечно, лукавить не буду, где-то между делом прям, ну, чуточку, это все за кадром, конечно же, не постановочно, ничего, просто чуть-чуть песку поддал, это все этим и решат, кто ездит на мощных машинах, давайте быть честными, реально все, вот, кто на заднем приводе, на 300+, даже 200+, грубо говоря, все этим занимаются, и, ну, я не исключение, все мы люди, все мы не безгрешны,
Ну, то, что я хочу реально заявить, это то, что, ну, я ответственно к этим всем делам отношусь, и исходя из этого, я хочу обязательно выехать на площадку, оттренировать, во-первых, постановку с ручника. Я пока что ручник, ну, как бы его просто начинаю осваивать потихонечку. А полноценно это нужно уже какой-то конфигер ставить, и по которому я буду уже, ну, пробовать как-то ставиться в каких-то определенных условиях, там, выставлять ближе, дальше. Ну, в общем, это отдельная тема отдельного видео, скажем так. На этих маленьких колесах, которые, ну, вот я назад поставил, конечно, вообще, ну, контроля гораздо меньше, чем на нормальных 18-х, там, 235-х, 245-х, которые пошире идут. Ну, по крайней мере, реально фаново, машина легче гораздо боком идет. И несмотря на то, что 16-й высокий профиль, стабилизатор делает свое дело реально, и машина, ну, не ощущается, что она на высокопрофильной резине задней едет. Очень классно, опять же, рекомендую всем. Ну, а по поводу 39-очки, ну, кайф, кайф, еще раз кайф. Больше, ну, никаких слов я не могу к ней применить. Я сейчас, ну, как бы получаю фидбэк от того, что я в нее вкладывал, душу, деньги, так сказать, труд, время. И вот, как бы, сейчас она мне все это отдает. Короче, ребят, вот такая вот серия блога. Обязательно подписывайтесь, если вам такой формат интереснее и ближе. Обязательно напишите об этом в комментарии, обязательно поставьте лайк. До скорых встреч в следующих видосах. Всем пока. Обязательно ждите, когда я наконец-таки соберусь и поеду тренить, реально тренить на площадку. Я сам этого очень жду, но для этого мне нужно выделить реально полдня. А при моем нынешнем положении дел и жизни, скажем так, это реально очень-очень сложно.